Так, друзья, прибыли мы на место нашего трехдневного пребывания. Вот, покажу вам немножко округу. Вот там у нас будут люди, соседи с ребятишками. Вот такие вот домики. Разгружаемся мы. Вот такой вот домик. Вот. Сейчас я вам покажу. Покажу, как мы тут. Это мы вещи заносим, как говорится. Вот такое вот будет наше место пребывания. Значит так, ну это пакеты мы заносим, понятно. Смотрите, в этом домике есть все. Посуда, салфеточки, вся посуда. Пожалуйста, все, что хотите. Все есть. Тарелки, кастрюльки. Все есть, друзья. Вот, замечательно. И кофеварка есть. Так что здесь у нас, пожалуйста, посуда. Вот, есть микроволновка. Здесь что, посмотрим вместе. Пожалуйста, для вина, для водички, для чая, стаканчики. Все есть. Так, что здесь посмотрим. Замечательно. Все есть. Для проживания все есть. Вот мы здесь как раз таки чайник. Вот он. И что это? Что-то такое. Не могу, не знаю, что. Вот, есть холодильник. Пожалуйста. Так. Это мы уже загрузили продукты. Вот такая большая плита есть. Вот, будем мы... Слушай, я говорю, да? Замок сюда повесили. А, ну, хорошо. Чтобы не болтался. Да. Главное, чтобы вот вспомнили. Шторочки. Да. А то, скажем, нету. Все есть. Смотрите, как уютненько все. Все по уму. Вот, даже есть печурочка. Вот можно ее затопить, когда будет нам прохладно. Так, теперь я пройдусь по спальням. Ребята, покажу вам спальню. Ну, опять же, извиняюсь, мы грузимся, разгружаемся. Здесь кроватка, вся застелена, пожалуйста. Все есть. Ну, мы с собой привезли, конечно, одеялки и постель. Ну, в принципе, все есть. Вот, смотрите, да? Ну что, здорово, здорово. Вот. Сейчас я зайду вам покажу вторую спальню. Вот, тоже ребята у нас расположатся. Пожалуйста. Вот. А сейчас, значит, мы поднимаемся на второй этаж. Так, второй этаж. Тут я всегда лесенки эти опасаюсь, чтобы не упасть. Вот второй этаж. Смотрите, как под крышей. Вот две кроватки. Такие вот шикарные. Вот. Тут что у нас? Ага, эта палочка. Можно сюда вешать на плечиках, допустим, какие-то вещички. Так. И тут же еще одна кровать. Вот, пожалуйста. Ну, то же самое. Пожалуйста, можно повесить свои вещи сюда. Ну что, замечательно. Здорово. Вот. Мы ждем еще одну машину. Вот должны приехать наши приятели. И потом я вам покажу, как это можно. Мы будем гулять. Вот. Так. А это я вам покажу обязательно. Это тоже немаловажная часть нашего пребывания. Это санузел. Пожалуйста, все чистенько, все замечательно, вот, все, всем привет-привет, это я, вот, да, смотрите, свет, здесь будет у нас душ, душевая вот такая вот, вот, ну, все хорошо, все замечательно, вот так мы здесь будем жить в ближайшие 3 дня, все, всем пока, до следующих эфиров.